Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича, и сегодня мы с вами начинаем проходить Resident Evil Code Veronica X. У нас с вами закончилось на канале прохождение Resident Evil 4. И сегодня, да, это, я думаю, долгожданный день. Думаю, многие его ждали. Потому что Resident Evil Code Veronica X на самом деле очень интересная и классная часть. Тут впервые, да, использовалось трехмерное окружение, так скажем, да, к дополнению к трехмерному персонажу. И на сами как таковые исчезли задники, бэкграунды, вот эти, которые были во второй, в третьей, в первой части. Ну и это такой, скажем, революционный переход для серии Resident Evil в целом. Поэтому давайте начнем. Я не играл в нее, кстати, в эту версию. Эта версия у нас с вами в HD качестве, версии для PlayStation 3. Все ачивки у нас тут с вами будут выпадать. Так, нам предлагают зайти в сеть. Давайте это сделаем, почему бы и нет. Раз тут есть лидерборд, это имеется в виду, что все наши результаты будут отображаться на этой доске лидеров. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella. Claire Redfield, Chris, Claire Redfield. Так, Крис Редфилд, который искал брата, да, который был потерялся, да, ну, в Raccoon City. Будем тут переводить как только можем. Три месяца спустя. Identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Thank you.
Так, ну все, мы с вами начинаем. Тут написано, что если я смогу зажечь зажигалку, да, я смогу увидеть, что происходит снаружи. Это у нас с вами метод охранник. Так, давайте экипируем ее. Давай, выбирайся отсюда. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Не беспокойся обо мне. Он нам с вами говорит, что у нас с вами нет никаких шансов сбежать с этого острова. Мы, кстати, сами находимся на острове, в тюрьме, да? Так, патрончики. Отлично, 15 патронов. Кстати, уважаемые, дорогие подписчики, друзья. Здесь часть первая, где у нас с вами нет сложности, выбора уровня сложности. То есть тут, грубо говоря, у нас с вами все вот так вот будет проходить на одной нашей единственной сложности. Так, вот тут, кстати, вот он выбросил вот эту штуку. Так, это, ну, какой-то гемостатик, да, капсула на полу. Она пустая. Если я не ошибаюсь, тут можно будет ему принести даже лекарство. Но это будет все позже. Давайте посмотрим, что еще есть. Так, это список заключенных. Мое имя в самом конце. WKD-4496. Клэр Редфилд. Umbrella Medical Париж. Родриго. Кстати, этот Родриго, он и есть, если я не ошибаюсь. Короче, у него глаза закрыты, она говорит. И он чувак, типа, не спит, но как это даже называть? Давайте выйдем отсюда, с этих дверей. Ну и пойдем наверх. Так, старая записывающая машинка. Она самая. Лента, лента. Да, ленту тоже возьмем обязательно. Сделаем сами сохранение. Save data. Первое сохранение. Поздравляю, дорогие друзья. Призон, тюрьма. Так, еще одни патроны. Это прикольно, кстати. 30 патронов. Нам надо как-то сами, знаете, что сделать. Я думаю, надо экипировать нож. Вот. И попробовать как-то им воспользоваться. Я потому что, если честно. А, вот она как. Здесь, кстати, карта. Вот карта на треугольник. Тут управление чем-то похоже на Silent Hill, я вам скажу. Вон, таракашек сколько. Выбираемся. Графика тут очень даже приятная, я вам скажу. Единственное, что надо привыкнуть к тому, что у нас с вами не X, а квадрат. Это проверять предметы. И на R1 надо зажимать и с квадратом бить. Сердце, знаете, бьется. У нее бьется сердце, у меня джойстик весь там дрожит. Так, а это мы с вами кладбище. Тут сейчас мы с вами первый раз встретим зомбаков. Так, грузовик. Короче, написано, что с него он разбился, из него выливается масло. Ну и мертвое тело внутри. Вот так вот. Окей, окей.
Да, код Вероника, мне кажется, для... Опаньки, кейс. Сука, из амбара, смотрите, лезет. Для многих код Вероника является одной из самых любимых частей, по крайней мере, для меня она точно. Фак, давай, вставай, Клэр, Клэр. Игрока на что кидает, а? Сразу же. Игрока вот кидает вот на такую херь. Представляете, сколько там зомбаков. А нас тут бросает на вот это. Надо, кстати, не забыть про этот кейс. Кстати. Все, выходим. Ну и первые, да, у нас с вами террор начинается. Первая ачивка. Zombie? Well, great. Wait right there. I'm coming over. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. Я заключенный, меня зовут Стив. You're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire. Claire Redfield. Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. Well, I'll see ya. Hey, wait up. Увидимся позже. I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Ну, взяли мы с вами пистолет. Просто прекрасно. Давайте его сразу же поставим себе. А, он стоит. Места немного, но сколько есть. Карту смотрим сразу же. Так. Это у нас с вами обратно к зомбарям. Основная дверь у нас с вами закрыта. Так, это центральные ворота тюрьмы. Они закрыты. Тут какое-то изображение Хоук. Орла, что ли? Кажется, что орла все-таки. Так, тут тоже ничего нету. Знаете, так приятно управляется вообще персонажем. И бодренько так бегает, мне вот это нравится очень. Ну, сейчас все с вами будем осматривать. Так, замочек, тут замочек. Это у нас с вами бараки. Бараки, дождь идет. Красивая картиночка, я вам скажу. Не поменялась она. С течением времени, да, таким остало, мне только кажется, только лучше. Приятно на нее посмотреть. Зеленое растение. Это у нас с вами тоже HD. Даже не переиздание, а просто в HD качестве. Также и Resident Evil 4, который мы с вами проходили. Ладно, заходим в бараки, разберемся, кто там есть. Сука. Смотрите, как он нас с вами хаванул. Вот ублюдок.
Кстати, смотрите, патроны. Так, ты где? Конь педальный. Ждем. Ублюдки, вы где? Чё-то, короче, я не понимаю. Так, суки, спать. Как он, блядь, нас хочет сожрать, а? Так, отбежим. Фонарь ходит так, наверное, а? Так, отлично. Фу, ну вроде справились. Тут, по крайней мере, нет дождя, одно нравится мне. Да, тут... Видимо, жили заключенные, как мне кажется. На столе ничего нет. Самое что, печальное и обидное. А патронов тут у нас с вами на самом деле так. Не так уж и много, наверное. Еще одна есть дверь. Окей. Еще одна дверь. 30 патронов. Надо, кстати, сделать перезарядочку. Вот так вот пойдет. Косится Клэр на них. Это что такое? Ничего необычного здесь. Суп. На плите суп. Так, взять карту тюрьмы. Отлично. Просто замечательно. Так, B1 это подвал у нас с вами. И первый, да? Первый этаж, так скажем, тут написано. Ладно, хорошо, выходим отсюда. Я надеюсь, эти жмурики больше не встанут. Судя по кровище, которое с них лечит, да, ничего не произойдет. Так, унитаз. Могли нас, кстати, тут зажать, если мы сюда побежали бы. Так, ну сейчас, по-видимому, тут ничего нет, выходим. Хотя как нет, вот же дверька у нас с вами есть. Буду внимателен, предельно внимателен, дорогие друзья, чтобы, дай бог, не лохануться. Так, мы все знаем, что тут произойдет, а кто не знает, сейчас узнает. Так, дневник заключенного, 13 мая. Эта комната наполнена смертью. Я... Не могу поверить, что что-то там, что я нахожусь на южнее экватора. Вот, видимо, это где-то тюрьма, имеется в виду, что не на юге экватора, а наоборот. Мне посчастливилось, что там с каким-то Бобом, видимо, с каким-то какой-то друг у него тут что ли был. Сегодня Боб рассказал мне сумасшедшую историю. Почему он попал в это место вместе со мной. Боб сказал, что он и пользовался в этом месте чем-то, короче, занимался. И босс, его зовут Альфред, этого места. И он, короче, сделал какую-то, допустил какую-то маленькую ошибку. И именно сюда угодил. Угу. 20 мая. Или Ладж. Кстати, можно в таких записках быть всякие пароли, поэтому надо все это просматривать. Пароли, коды, знаете, вот. Поэтому 27 мая. Ну, судя по всему, я здесь просто дневник заключенного. Тут нам с вами такая история про него рассказывается. Его, вернее, история. Так, смотрите, зомбарь у нас тут с вами лезет. Вот ублюдок, а. Сука, а, ты посмотри. Ты посмотри на них, уродов. А, короче, всех их буду убивать, потому что их тут будет много. Вот что я хочу сказать.
Давайте перезарядку сделаем. Так, скомбинируем. Так, готов. У него, кстати, выпали очень прикольные два таких пистолета автомата. Так, все готово. Положили всех. Просто замечательно. Так, и где у нас с вами эти две игрушки, которые нам с вами очень даже пригодятся? М100П. Взять, конечно, взять. Блин, два растения у нас с вами. Можно, в принципе, скомбинировать. Так, патроны. Давайте пока патроны скомбинируем вот так вот. Так, мануал. Так, вот этот мануал сраный, когда он исчезнет? В общем, может быть, его прочитать, тогда он исчезнет. Как мне кажется. Да, все, он у нас с вами исчез, место освободилось. Просто прекрасно. Шконки, трупак. Кстати, этот трупак так и лежит. Один трупак, видимо, который у нас с вами выполз. А я что-то не посмотрел в туалете. Ладно, выходим. Не хочу я тут патроны тратить на них. Да-да-да, это псина, дорогие друзья, это псина. Вот так вот. Пока, конечно, нам непонятно, кто это, но это будет собака. Так, это закрыто с другой стороны. Надо, видимо, какую-то отмычку, мне кажется, чтобы это открыть. Так, сукины дети. Так, осторожней. Блять, он так и норовит, знаете. Он так и норовит укусить нас. Так, готов, порезали. Так, тут это не открыть. Ой, стоит на сами. Один зомбарь. Давайте карту посмотрим, что у нас с вами. Куда тут можно бежать? Одна дверь, кстати, там открыта в самом далеке. Вот так вот будет даже лучше, если смотреть. Я тут ничего не помню, поэтому... Так. А если взять нож и попробовать тебя ножом похлестать? Ты сдохнешь или нет? Нет. Так, просто это не проканает. Тогда берем вот эти две игрушки. О, ты смотри, а. Давайте попробуем его убить. Ух ты! Сука, ублюдок, а. Так, мы ранены. Берем... Добили. Просто прекрасно. Сейчас надо съесть травку, потому что, как я помню, тут сейчас нападут эти суки. И нам придется отбиваться. Можно попробовать, конечно, открыть, но она, мне кажется, не откроется. Так, ничего не происходит. Эти сволочи потом вылезут. Да как бы это подразумевается, само собой, если они тут стоят у сетки, значит, что-то должно произойти. Please deposit any metallic items you have in the security box.
Так, это у нас с вами металлодетектор. Поэтому все колющее, режущее, огнестрельное оружие выставляем в железную, потому что может сработать датчик и нас там просто-напросто не пропустят. Здесь, знаете, сколько зомбаков, да, внутри много монстров. Так, окей, смотрим, что у нас тут с вами есть. Я так, спрейчик, просто отлично. Спрей первой помощи. Да, мы его возьмем обязательно. Так, мануал использования. Наш новый продукт. ТД-дубликатор или принтер, назовем его так, который состоит из двух частей. Первый — это сканер, который сканирует 3D-объекты. Так, если вы положите материал, да, какой-то... Нам, если я не ошибаюсь, тут нужен какой-то медальон. Ладно, мы сами взяли. Вот он, сканер. Так, 3D-сканер. Плиз. Положите материал для сканирования. Так, а это гравировку нам делать? Ладно, хорошо, мы с этим еще разберемся с вами. Давайте посмотрим, что тут есть. Опаньки. Ты смотри, а какие патроны тут даже есть. Еще одни. А, ну мы, по-видимому, мы с вами не сможем пронести эти патроны, потому что... Давайте даже попробуем. Я даже не буду закрывать. Специально... Ставни пока закроем. А пусть это будет закрыто, нам-то что? Факс. Факс. Будьте уверены, что мы следуем... Ля-ля-ля-ля-ля, и добавим ваше имя что-то в какой-то в лист посетителей. Так, шеф полиции, ну или начальник Пол Штейнер. Так, а так, визитор нейм. ТГ-01. Окей, ладно, все это смотрим с вами, все эти бумажки. Крис Редфилд. What are you doing here? Крис Редфилд. Что ты делаешь? Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Эй, малой, ты чё завёлся? Кстати, тут информация у нас с вами есть. О Крисе Редфилде. Всё, берём эту штучку, пока не сохраняемся. Так, вот это что такое? Давайте посмотрим сразу же. Так, мы что-то с вами нажали. Так, дверь чем-то подперта. Я не могу ее открыть, она это говорит. Так, тут документы различные. Ничего тут такого нету. Сейчас попробуем с вами эту медальку обработать.
Так, зомбаки тут не пройдут. Зомбаки не пройдут. Так, 3D-сканер. А здесь? Ну-ка, давайте-ка попробуем сначала ее засунуть. Так, нет. Ее не надо делать, потому что она готова, они говорят. Тогда попробуем сюда ее засунуть. А, может быть, он сканирует и сделает нам еще одну часть. Как вы думаете? Так, он готов. Нам с вами, видимо, надо еще одну часть сделать. Да. У нас с вами ничего, видимо, нету с собой, поэтому вполне возможно, что ее надо найти. Я сразу говорю, я не помню, где находится вторая часть, поэтому, друзья, наше прохождение будет более увлекательным на самом деле. Потому что для меня это тоже, как бы, это не то, что это что-то новое, но я все равно все не помню точно. Давайте-ка еще раз зайдем и сделаем сохраночку. Вполне возможно, что мы позже вернемся сюда. Карту посмотрим. Так. А, кстати, открылось. Открылись эти ворота. Зеленые, да? Мы с вами сможем туда пройти. Так, пленочки 3. Кстати, тут еще какие-то бумажки, похоже, есть, нет? Так, email Леону. Что там было написано? Email Леону? Email Леону. Готов к отправке. Давайте сохранимся. Перезапишем с вами дату. Второе сохранение. И на этом, дорогие друзья, я предлагаю завершить прохождение этой первой серии нашей. Блин, я не знаю, лично я ждал очень это прохождение. Resident Evil, да, прохождение Код Вероника X. Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Если подписаны, то обязательно ставьте палец вверх. Оставляйте свои комментарии. Также зайдите в группу ВКонтакте, там подпишитесь. И ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ну и не забывайте рассказывать друзьям. Если вы являетесь поклонником серии Resident Evil, пускай все об этом знают. Ну и с вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.